Всем привет! Сегодня с нами в обзоре очередная новинка из мира волшебства и магии от торговой марки FunGame. Представляем вашему вниманию самую необычную доску, на которой можно рисовать маркером с фонариком, излучающим свет. Игра поставляется в трех разных комплектациях с планшетом формата А3, А4 и А5. Процесс рисования на такой доске становится еще более увлекательным, поскольку происходит в темноте. Чем темнее вокруг, тем насыщеннее будет картинка. Принцип игры очень простой. Необходимо маркером со включенным фонариком водить на небольшом расстоянии от поверхности доски. Изображение начинает затухать через несколько минут и спустя час исчезает полностью. Дожидаться, пока рисунок потухнет, нет необходимости. Следующую картину можно рисовать поверх прежней. Закрывай шторы, выключай свет и погружайся в атмосферу магии и волшебства. Но самое интересное еще впереди. Для детей постарше такая игра станет поистине безумным увлечением. Пиши секретные послания маркером, и никто их не увидит, пока не посветит на них фонариком из комплекта. Другие источники света не подходят. Фантазируй и придумывай разные сюжеты. От тайного агента, послание которого никто не должен узнать, до секретных надписей на карте сокровищ во время игры с друзьями. А на сегодня у нас все. Не забывайте ставить лайк и подписываться на наш канал.